суббота в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, 9-11 градусов тепла днем, ночью 8-10 выше 0. Ветер южный 6-8, порывы до 17 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 12, ночью плюс 10, южный 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем 11 с плюсом, ночью 10 выше 0, южный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, дождь, днем плюс 10, ночью 9 с плюсом, ветер южный 7 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 84%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.